Всем привет! Сегодня у нас очередное разговорное видео, и как всегда это происходит спонтанно. Ко мне приходит какая-то посылка с гаджетом, я ее беру и задаюсь вопросом, а что я еще могу как бы рассказать про эту категорию товаров? И так уже много чего сказано. И потом внезапно рождаются какие-то мысли, какие-то выводы, собственные субъективные выводы, с которыми я готов с вами поделиться. И так произошло в очередной раз. Во-первых, на днях была анонсирована новость о том, что умные часы компании Apple побили рекорд по продаваемости, обошли все другие продажи швейцарских часов. И тут задается вопрос, это Apple победила или швейцарские часы проиграли? Ну, то есть, как бы, непонятно. Логично, что гаджет от Apple будет продаваться лучше, чем дорогие швейцарские часы, потому что это удел, скажем так, избранных. Но суть не в этом. Сам факт умных часов. Я много высказывался по поводу этой категории товаров, нужны они или не нужны. И когда ко мне прислали вот эти вот часы, которыми я хожу уже, сколько, я уже неделю вторую с ними пользуюсь, да, этими часами, в чем смысл, почему я вообще взялся за них, сказал, высылайте. Когда менеджер этой компании писал мне письмо, он затронул одну очень такую тонкую тему, которая оказалась для меня прям определяющей. Он сказал, что эти часы, которые мне придут, они будут по концепции чем-то схожи с концепцией часов Pebble. А для меня часы Pebble — это икона среди всех смарт-часов в принципе, потому что они стоят недорого, а работают чертовски долго. Но мои Pebble 2, к сожалению, как бы все. Они сдохли. Я не знаю, что я с ними сделал. После того, как я их перепрошиваю, они там, процесс доходит до 60%, и они брикаются. Соответственно, они у меня просто валяются без надобности. Пришли ко мне вот эти часы. Я их кручу-верчу, смотрю, и сразу же у меня возникла такая вот мысль. Я вспоминаю, сколько смарт-часов было в моем распоряжении, и я понял одну простую истину. Оказывается, ну, в моем личном опыте, абсолютно без разницы, на какой операционной системе работают смарт-часы. И сегодня на примере этих часов я попытаюсь вам это, ну, доказать, наверное. Поехали. Кстати, модель этих часов называется SMA Q2 Lite в цвете оранж. Я не знаю, почему я попросил оранжевый цвет, там были разные расцветки, но я посчитал, что нужно взять что-нибудь яркое и веселое для этой жизни. Так вот, что должны уметь умные часы? Давайте вместе поразмышляем. Ну, какие-то первостепенные функции, они элементарны, да, они должны уметь присылать уведомления со смартфона, это раз, у них должен быть там какой-никакой будильник, какие-то умные функции, да, там фазы сна, ну, как бы фитнес-гаджет. Они должны при этом считать шаги, быть тоже таким помощником с точки зрения спорта и показывать время. И при этом хотелось бы, чтобы смарт-часы работали долго, но вот эта функция вообще не у всех как бы выдерживается, к сожалению, потому что производители пытаются напихать огромное количество функциональности в часы, и эта функциональность идет вразрез времени автономной работы, и это очень-очень плохо. Когда мы ими пользуемся, мы начинаем обращать внимание, что, блин, да мы же используем вообще элементарные функции в часах, и вот это все лишнее, то, что есть, оно жрает батарейку, и зачем это все нам нужно было, не совсем понятно. В случае с этими часами, ну, работают они достаточно действительно долго, несмотря на то, что здесь аккумулятор стоит там всего лишь там что-то 180-200 мАч. Но этого достаточно. Но суть не в этом. Сейчас я вам объясню, почему операционная система в часах вообще не важна. Вот смотрите, какие сейчас операционные системы в часах есть. Есть Apple-овская операционная система, да, watchOS. Есть самсунговская Tizen и есть умирающая Android Wear. Почему она умирающая? Потому что все зависит от компании Qualcomm, которая уже четвертый год подряд не выпускает новые чипы для производителей, и это все застыло на месте. Но тут сразу возникает вопрос, а на что влияет операционная система в часах? Вы начинаете перечислять все те функции, которые я назвал, и понимаете, что они-то не зависят от операционной системы. От операционной системы зависит интерфейс и сторонние приложения, которые можно установить на часы. И здесь сразу сидишь, думаешь, а насколько это важно? Я вспоминаю свой опыт эксплуатации Apple Watch, Samsung Gear S3, Pebble, и я понимаю, что ни на одних часах я ни разу не воспользовался никакими приложениями. Ну, потому что это, наверное, неудобно. Ну, потому что интерфейс вот в маленьком экране не позволяет нормально как-то взаимодействовать с этими часами. Единственное приложение, которое нужно у сторонних программ для часов, это просто функция уведомлений. Большего и не надо. И, допустим, я беру сейчас эти часы, настраиваю и понимаю, что базовая функциональность этих часов для меня даже самодостаточна, и при этом они стоят недорого. Смотрите, что выходит следующее. Еще самая важная функция в смарт-часах — это возможность работы с разными устройствами. И вот здесь становится заковыка. Каждая
компания, крупная компания, пытается как-то привязать свои смарт-часы к своим устройствам. И больше всего это делает компания Apple. К примеру, я покупаю Apple Watch, они мне нравятся, но я не могу пользоваться этими часами на других смартфонах. И это просто, мне кажется, дичь, полнейшая дичь. Я беру смарт-часы компании Samsung, они теоретически могут работать с другими смартфонами. Ну вот, допустим, приложение Gear, их приложение Gear, спортивное приложение, которое ставится на Android смартфон, и нормально работает только со смартфонами Samsung. На других смартфонах они работают, ну, мягко говоря, со сбоями и обновляются не так активно, как на смартфонах компании Samsung. То есть основные функции работать будут, но возможны проблемы синхронизации. Это уже тоже проверено. И теперь смотрим на альтернативные часы. К примеру, Pebble или, к примеру, вот эти SMA. Компания сразу делает клиент и для iPhone, и для Android. То есть вы можете просто брать и получать одни и те же функции на разных платформах. Допустим, для меня это крайне удобно, потому что я часто меняю смартфоны и платформы. А вот часы-то я часто не меняю. Мне нужно, чтобы все эти уведомления, все эти шагомеры постоянно были со мной. Я беру, допустим, iPhone, подключаю эти часы к нему, и он работает точно так же, как и работает приложение на Android. И в этом, мне кажется, прелесть смарт-часов. И именно поэтому абсолютно не важно, какая операционная система стоит на часах. Важно то, чтобы они просто работали везде. Еще один важный нюанс. Смарт-часы делятся на сенсорные и несенсорные. Большинство современных часов, они, конечно же, сенсорные. И я тоже не вижу в этом большого преимущества, потому что рука моя всегда тянется к механической кнопке. И это логично. На маленьком экране что-то нажимать неудобно, а вот на ощупь переключать — это клево. На Pebble я делал так, и на этих часах я делаю точно так же. Есть 4 клавиши управления, и в принципе некоторые функции я могу выполнять даже несмотря на них, и даже там в каких-то тонких перчатках. Я просто нащупал клавишу, нажал, все сработало. И мне кажется, это более практичный вариант использования, нежели сенсорное управление. Даже на тех же Gear часах от Samsung я постоянно крутил колесо и нажимал кнопки, а вот в экран как бы редко нажимал. В Apple Watch что-то попасть для меня — это вообще полная пытка, потому что вот эти пиктограммки, на них невозможно сконцентрироваться, особенно когда ты занимаешься спортом. Допустим, ты бежишь, тебе нужно посмотреть пульс. И ты вот это вот трудно попасть. Кнопкой нажал, все работает. И знаете, что я подумал? Давайте вот эти умные часы сейчас рассмотрим, и, наверное, мы их разыграем среди подписчиков. У нас уже в привычку вошло, что когда у меня появляется какая-то посылка с гаджетом, который навряд ли я буду оставлять себе, я разыгрываю среди подписчиков в телеграм-канале. Сегодня также и поступим. Сейчас я пробегусь по их основным характеристикам, функциям и в конце условия конкурса. Погнали! Забавно выглядит, но чтобы рассказывать про функциональность смарт-часов, мы это делаем уже на смартфоне, а не на самих часах, потому что на мобильном приложении это больше как бы и нагляднее все это видно. Здесь есть 4 основных меню: мой день, соревнования и устройство. Все предельно просто, и как бы нет никаких откровений. В рубрике «Мой день» вы смотрите активность, она здесь постоянно синхронизируется. Соревновательная штука интересна, потому что здесь показываются пользователи, которые идут по рейтингу, да, шагов, и что-то здесь прям как-то вот 20 человек уже я вижу, и явно такие это люди не с нашей страны. Есть какой-то вот сумасшедший парень, который нашагал 64 тысячи шагов, и ну что, молочага. В разделе «Устройство» все как положено. Защита от потери, если и вы часы где-то забываете и отходите на большую дистанцию от смартфона, они начинают пиликать. Режим «Не беспокоить» отдельно включается, выключается, и выключаются одновременно уведомления вот такими пиктограммами. И, конечно же, фитнес-функции все присутствуют. Разминка, пульсомер есть, и также можно регулировать время подсветки и вибрацию будильника. Также можно управлять отдельно еще камерой, что, в принципе, для некоторых мобильных фотографов окажется плюсом. Единственный нюанс, который мне не нравится в большинстве смарт-часов, и на примере этих я сейчас покажу, это крепление ремешка. У меня уже с детства проблема с такими ремешками. В большинстве часов они крепятся вот при помощи вот такой вот шпажки. Для многих она подходит, является стандартом отрасли, к примеру, те же часы там от Samsung крепятся точно так же. Но у меня при моем активном использовании она всегда ломается. Это может какие-то особенности моей руки. Я постоянно что-то делаю, как-то делаю все на излом. И вот эта штучка вылетает. Поэтому я очень люблю, как это сделала компания Apple. Но опять-таки говорю, что это походу моя проблема. Потому что я не первый раз обращаю внимание на такое крепление ремешка. И мне многие люди пишут, типа, да что ты выдумываешь, все нормально. Хожу уже несколько лет с такими часами, проблем не возникает. Хотя стоит отдать должное удобству. Удобство в том, что если с ним что-то произойдет, с этим креплением, то вы легко сможете его поменять у любого ближайшего часовщика. И к тому же вы можете спокойно подобрать абсолютно любой другой ремешок, потому что они продаются просто сплошь и рядом везде.
Но вот такой вот нюанс. В целом просто легкие лайтовые часы. С экран хоть и цветной, но он не такой ядовитый, то есть он не выжирает аккумулятор, поэтому они работают долгое время, эти часы. Стоят, кстати, они приехали ко мне, по-моему, из Москвы мне их высылали, цена была в рублях, они стоят 4900 с чем-то рублей. Вот посчитайте на свою валюту, это получается в нашей валюте в гривне, то есть 5000, где-то 2500 гривен они стоят, где-то плюс-минус вот так. И на них предоставляется один год гарантии, типа если с ними что произойдет, вам их отремонтируют, либо же заменят, что в принципе тоже неплохо. Значит, по поводу времени автономной работы. Производитель обещает 15-20 дней без подзарядки в зависимости от режимов эксплуатации. У меня они работают сейчас 12-й день и действительно держат. То есть 10 дней это уже неплохо. То, что вижу я сейчас, мне кажется, что эти часы являются каким-то конкретным OEM-продуктом. Единственное, что их кастомизировали, сделали инструкцию на русском языке, приложение на русском языке и техподдержку на русском языке. Поэтому, если покупать их, допустим, в рамках РФ, то не должно быть никаких проблем. И, кстати, мы их сегодня разыгрываем, но я все-таки добился от производителя, чтобы дали скидку для подписчиков. Если кто захочет их просто купить себе на подарок, либо же ребенку на подарок, то 10% вам гарантированно дадут, ссылка будет в описании к видео. Конкурс. Что нужно сделать, чтобы выиграть эти часы? Он будет необычный, как всегда, нужно будет в комментариях отметиться. И здесь у меня для вас вопрос. Я знаю, что существует некоторая секта людей, которые принципиально надевают часы на правую руку, вне зависимости от того, правша это человек, либо же левша. Как вы думаете, почему это происходит? Это что? Это просто так человеку удобно, либо же это, ну не знаю, вариант так выделиться в толпе? У меня, к примеру, мой дедушка вообще надевал часы циферблатом вот сюда, вовнутрь, и смотрел вот так время. Я так и не спросил у него, зачем он это делает, видимо, ему так было удобно. Поэтому в комментариях напишите, по какой причине человек надевает часы на правую руку, вне зависимости от того, левша он или правша. И самый интересный вариант ответа, предположение, такое с вашей стороны, как бы я выберу, оценю и, скажем так, вышлю вам вот эти часы в подарок и разыграем их, как всегда, в Телеграме, поэтому подпишитесь на Телеграм-канал и через 2 недели мы там огласим результаты конкурса часов SMA Q2 Light Orange. Кстати, у них на сайте, оказывается, есть огромное количество и других еще аксессуаров, там есть фитнес-трекеры, классические часы, не классические часы, короче, выбор очень-очень огромный. Дерзайте!